Всем привет! Решила снять видео о том, зачем же все эти видео, зачем эта группа и прочее, да? Сейчас я вам объясню. Цель этих видео в том, чтобы самосовершенствоваться мне. Сейчас я попробую вам как-то это объяснить. И, общаясь с людьми, я заметила, что многие вообще неправильно, не умеют себя преподносить. Я сходила на конференцию, где выступали люди с подготовленными текстами, да, с презентациями. И при этом они не могли себя нормально защитить. У них потели ладошки, они заикались, повторяли одно да потому, теряли мысль и, грубо говоря, облажались. И сидя на этой конференции, я думала, почему так происходит? Почему вот человек же готовился, наверное, не один день, искал материал, все знает по своей теме, но не смог защитить. Потом как-то, общаясь с людьми, я стала наблюдать и как-то заострять на этом внимание, что люди не умеют себя преподнести, они не умеют, то есть, получается, вот так долго говорить, они не умеют, вот ты с другом встречаешься, вы начинаете обсуждать какую-то тему, и начинаются эти вечные заминки, речевые ошибки. Знаете, вот некоторые люди, я заметила, вот вставляют одно и то же слово через каждые 10 секунд, или мычат, например, говорят вам это все выглядит очень некрасиво. И знаете, эти видео я снимаю с первого раза, не готовля никакого сценария, потому что, разговаривая с камерой, я напрямую как будто разговариваю со своим каким-то другом, который я случайно встретила где-то на улице, не знаю, в парке. Вот шла, вот случайно вас встретила и решила до вас донести эту мысль, об этом вам рассказать. Не готовясь, не пиша ничего вообще. Вот просто вот подойти и сказать. Вот вы же, когда идете гулять, например, со своими друзьями, знакомыми, вы же не пишете сценарий, не пишете, вот сегодня я расскажу об этом, об этом, об этом, это не упустить, а это после этого, а потом мы пойдем в кафе, а в кафе я расскажу вот это. Угу. Нет, так никто не делает. И снимая вот эти вот видео, я пытаюсь тем самым совершенствовать свою речь. Почему? Потому что в современном мире ты гораздо больше бабок заработаешь благодаря своему уму и речи, а никак не физической силе. Времена такие прошли, и, как сказать, взглянув на, как сказать, работников Абсолюта или каких-то работников офисных, их зарплаты вообще в разы отличаются, конечно. Так, цель того, что я это выкладываю на всеобщее обозрение, и почему я не отснимаю, почему я не добиваюсь, как сказать, идеальной речи, из вот 10 дублей не сделаю. Цель такова, что вот я выложу, люди это увидят, естественно, осудят меня, скажут, что вот я плохо снимаю, я плохо это делаю. У меня на подсознательном уровне есть желание снять все хорошо с первого раза. Конечно, я могла бы сейчас написать бумажечку и отснимать по 10 раз, пока вот это не вызубришь. Но от этого толка бы не было. Зубрить, это мы в школе учились зубрить стихотворение. Как сказать, в жизни такого не бывает. В жизни, если ты встретил человека, ты напрямую с ним говоришь вот так вот. Угу. Так, что еще хотела сказать? Ну, ладно, все.